Значит, президент Украины Порошенко подписал указ, по которому он запретил въезд в Украину главным редакторам и некоторым сотрудникам российских СМИ, то есть «Комсомольской правды», «Russia Today», «ВГТРК», «Life News», «Известия», там, «ТАСС», «НТВ», «Русского репортера». Вопрос такой, как вы думаете, за что украинцы наказывают российские СМИ? Ну, потому что, я думаю, дают информацию, которая их не устраивает. Комментируют, может быть, каким-то образом события, которые тоже не устраивают местные власти. Наверное. Они понимают, что нас оповещают не настолько реально, как бы, как им кажется. А почему они актеров не пускают? А почему они певцов не пускают? Ну, это уже понятно, что идет уже эта волна такая у них. Видите ли, Украина настолько непредсказуемая страна, что вопрос «за что?» там стоять в ближайшее время не может. Просто потому, что это Порошенко. И все. Единственное, кому он правильно запретил въезд, это Михаил Сергеевич Горбачев. Да ни за что не наказали, просто взяли и запретили. Надо бороться со своими страхами. То есть, когда люди о чем-то знают, то, допустим, и не могут этого принять, естественно, у них идет отторжение. Поэтому, они сами, вот запретив это, они признали свою слабость, вот и все. Пытаются как-то выпендриться. То есть не могут ничего ответить нормально, большой России, маленькой Украины. Вот хотя бы какие-то санкции показать, плюс лето, пытаясь как-то на этом еще отыграться. Ну, за то, что в российские СМИ показывают некоторые факты, которые украинские СМИ умалчивают. Но вот эта вот война, ведущаяся в первую очередь между людьми, новостная война, на мой взгляд, это самая тяжелая война. И люди, у которых мозг засорен вот такой информацией, не могут, наверное, раскрыть глаза и трезво понять вообще, что происходит в мире.